Всем привет! Вы на канале Молли и Том Настя. У нас сегодня обычная еда против мармелада. Опа. Здесь ничего нет. Да. Нету ничего. Нет, тоже ничего. А мармелад у нас будет ручной работы. Поехали. Давай. Да. Держи, мама. Только интересно, какой же там будет вкусняшка у нас. Опа. Один. Первый подход. Один, два, три. Что там у нас такое? Показываем. Так, у нас здесь гамбургер. А тут... Мам, что это ты напридумывала такого интересного? Это мармеладный гамбургер. Самодельный? И магазинные. Сейчас сравним и посмотрим. Да. Смотрите, здесь булочка. Да. Зелень. Это с мамой... Помидор. Рука. Мама, да, ручками делала. Помидор. Смотрите, с зернышками. Да, это похоже на... Кусочек сыра. Да. Ну, похоже покраснел на пиццу. Немножко от помидора. Да, похоже на... Это огурчик. Огурчик. И колбаска с булкой. Ну, давай, мам... Будем пробовать что-нибудь? Да, может, давай. А давайте сравним с настоящим. А, да, давайте. Сначала здесь у нас, смотрите, тоже, наверное, кетчуп, огурчик. Мясо. И сыр. Сыр. Так, ну что, будем пробовать? Да, сначала с моего. Открываю. Сашка пробует свой, Настя свой. Ну, помогите мне. Вкусно. Сашке нравится настоящий. Вау, класс! Подскажи, мама. Булочка. Булка. Зелень. Сыр. Колбаска с булкой. Очень похож. Мам, очень похож на тот, что сделала ты сама. Давайте соберем еще его, да? Давайте. Что у нас здесь было? Поставим зелень. Да. Поставим сыр. Помидорку. Помидорку. Помидор, зелень и булка. И булка. У нас еще вот такая жвачка, да? Да. Жвачка там... с бургер, да, с кетчупом. Да, там тоже должна быть она в форме бургера. Открывай, мам. Бургера. Да. Ну, немножко похоже, конечно. Похож на макарон. На мандаринчик похоже, да? На макарончик. Настя, будешь что-то пробовать? Да, это все буду пробовать. Ну, давай. Давай. Саш, как тебе настоящий бургер? Да, очень вкусный. Я только не хочу пробовать. Хорошо. Не будешь? Ну, давай что-нибудь пробовать. Сначала это. Это, наверное, жвачка, Настя. Там начинка. Покажи, что там начинка. С кетчупом, да, гамбургер с кетчупом. Вкусно. Лайк. Теперь попробую булку. Ух ты, желейная тянется, да? Вкусно, Дати? Саша, тебе как вкусно? Я думаю, это вкуснее. Ну, настоящее. Насте может понравиться желейная. Твердый. Вкусы абсолютно разные. Вкусно очень. Понравилось? Хорошо, поехали. Дальше. Да. Идем. Что же еще? Новая порция. Два, три. Кончики. Стоять, ребята. Надо сравнить, что же мама тут нам приготовила. Настя, у тебя что там, донутсы, пончики, да? Да, у меня пончики настоящие, шоколадные. Шоколадные. И клубничные. Клубничные. Сашка, у тебя... Миниатюрные, желейные пончики. Маленькие. Очень маленькие. Мам, ты что ли сама сделала их? Смотри, какие они интересные, маленькие. Маленькая ручная работа. Для сравнения вот так руку свою понесу. Это можно взять на ручки, чтобы вот так. Малюсенькие, да? Малюсенькие. Настя, здесь твои любимые. Пончики? Пробуй. Сначала шоколадный. Я белый возьму. Смотри, Настя, какой миниатюрный у Сашки. Вкусный. Класс.
Саш, тебе надо их сколько попробовать? Штук 100, чтобы почувствовать вкус. Лайк? 100 за 10. 100 за 10, да. Лайк, Настя? Да. Ну давай пробуй еще клубничный. Какие аппетитные. Настя их очень любит, обожает эти пончики. Этот вкуснее. Да? Угу. Понятно. Ну что, вам понравилось? Да. Сравнение такое, да? Там размер такой, здесь маленький. Потом еще что-то попробуем. Хорошо. Поехали дальше. Опа. Можете поменяться, как хотите. Нет. Снаружи тарелочки все одинаковые. Давайте, ребята, думаем. Один, два, три. Опа. Опа-на. Так. Смотрите. Посмотреть бы поближе. Тут все понятно. Настоящие печеньки. Да, разные формы. В форме сердечка, бабочки, смайлики, цветочки. А здесь что мама подготовила? Малюсенькие мармеладные печеньки. Да. Смотрите, здесь Мишутка. У него и носик, и глазки. Не знаю, видно ли вам? Видно, видно. Здесь мам. Слоник. Вот так, слоник. Всякие зверюшки прикольные. Зверюшки, какой-то баранчик, смотрите. И рог, и глазки, и ушки. Сердечко, ракушка, звездочка. Здесь собачка. Бантики, цветочки. Аромат Настя. Такой, мама все подготовила с вкусного, ароматного желе. Пробуем, ребята? Да. Так, я хочу обрезать их. Попробуй, потому конечно. Потому что они очень красивые. Сашка пробовал печенюшки настоящие. Очень вкусная такая. Песочная. Песочная печенька, да? Сашка довольный, что ему попались настоящие печеньки. Я люблю такие печеньки. Ну, я тоже, ну, за это тоже. Что Настя будет пробовать? Покажи нам. Сердечко. Сердечко? Давай. Нет, буду пробовать это. Давай. Оно пахнет... апельсинкой. Да, апельсинкой. Апельсин. Вкусно? Вкуснятина. Поехали дальше. Да. Так, что же там, что же? Что же там, что же? Один, два, три. Что? Это пранк от мамы для своих деток. Что, 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 что? Здесь у нас Play-Doh и здесь Play-Doh. Никакие там не мармеладки. Мама немножко разыграла. Будете пробовать? Нет, да. Настя, у тебя десерт. У Насти вот такой кекс с Play-Doh. Что с настроением, Дотя? Какие там украшения? Бабочки, конфетки, клубничка. Не буду это пробовать. Не будешь? Нет. Понюхай, какое оно ароматное. Ну, оно... оно пахнет, но оно вкусное. Невкусно. А что здесь, Саша? Пицца. А ты пробовал ее? Пластилин нельзя кушать. Он соленый, да, Настенька? Да. Настя, у тебя такая красивая ложечка, стаканчик, такое пирожное, мороженое. Пробуешь? Нет. Мама немножко подшутила над ребятами. Смотрите, какая симпатичка. А это ж мама. Твое мороженое даже ездит. Что-то медленно. Нет, это врум-врум. Врум-врум. Как ежик. А я люблю пить. Поворачивай. И на свое место. Ну что, едем ко второму, следующему раунду. Давай. Да, пожалуйста. Ну что, вам хотя бы понравился розыгрыш? Да. Они же ждали мармелад настоящий. Тут опа, и Play-Doh. Да. И вкусняшка новая. Кому какая тарелка? Это мне. Давай. Мама, они же одинаковые, посмотри. Да. Здесь пончик, там пончик, здесь яичко, там яичко, здесь но кексик, там кексик. Классная вкусняшка. Да? Ну давайте, ребята. Один, два, три. Ух ты. Сашки, какие маленькие. У меня большие. Мам, ты нас не перестаешь удивлять. Такие маленькие. Смотрите на этот шоколад. Шоколадные батончики из желе. Шоколадненькие, малюсенькие. Шоколадный батончик. Настоящие батончики. Шоколадный батончик. Да? Открывай, Анастасия. Шоколадка. Батончик.
С какой начнете? Смотрите, от маленького до большого. Да? Да. Белый, коричневый и красный, бордовый. Такой насыщенный цвет. Белый. М-м-м. Я начну с этого. Давайте, Саша, пробуй. Белый, черный шоколад, молочный. Молочный. Но здесь его... Есть белый, да. Вот. Откройте. Мам, помоги Насте открыть. У Насти шоколадка. Да, плитка. С клубничной начинкой. Батончик это. Не, вот батончик, давайте. А. Вот такой батончик. А это шоколадка. Моя любимая. Вы не знаете, как это Саша? Шоколад? Он такой сладкий. Желейный, но да. Шоколад, да, Саша? Да, шоколад такой. Необычный вкус. Настя будет пробовать настоящий. Ого! Можно покажем ребятам? Угу. Прикольный. Каждый кусочек отдельно. Смотрите, какая плитка. Настоящий молочный. Смотрите, чтобы не упало, потому да. что они не склеились. Не склеились. Ну пробуйте. Красота. Покажи нам, какая внутри начинка. Внутри. Есть там кусочки клубнички, да? Угу. Вкуснятина. Пробуешь еще этот батончик. Сашке слюнки текут. Сел целую шоколадку, мам. И половинку. И половинку, полторы, да. Пробуй, Настя. О, там начинка такая тягучая. Какая вкуснее? С клубничной начиночкой, да? Понравилось? Да, потому что я люблю клубнику. Ну, конечно. Кто же ее не любит? Так, давайте, что же там? Что же там? А мы сейчас узнаем. Один, два, три. Вау! Ну, это ребята точно любят. Да. Что здесь у вас? У меня такой большой кусок. Дайте мне попробовать. Уже? Сейчас будешь пробовать свою мармеладную пиццу. Что здесь у тебя? Пицца, сыр. Колбаска, зелень, всякий. Ох, кусок. Давайте... Какой, смотри, на всю тарелку. Вау! Ух ты! Чуть не убежала. Осторожно, давай рассмотрим, что. Настя, давай покажи, рассмотрим. Настя откусила. Все ингредиенты пиццы разлетелись в разные стороны. Сколько здесь всего? Смотри, перчик зеленый, белый грибочек, сыр. Это что, какие-то кальмары? Креветки. 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 Перчик. Колбаска. Мам, где даже ты такое все взяла? Смотрите, какой. Это тоже из моего набора. Да, Настя, смотри, даже лук. Опять грибочек, какие-то колбаски, бобы, смотри. Капец, сколько и всего. И зеленые, и желтые. Зелень. Цветная капуста. Класс. Настя, вкусная пицца. Понравилась? Мам, скажи по-честному, Настя помогала тебе делать это все, эти желейки? Нет, это секрет. Мама готовила сюрприз. Сама все придумала. Да? Ах ты хитрая, мама. Как ты успела? Я просто знаю, какие у меня там наборчики. Ты догадалась, мама, да? Мама у Насти взяла формочки и сделала желейные блюда, да? Да. Теперь Саша пробует свою вкусняшку. Я тоже хочу попробовать. Я тоже хочу попробовать. Ну что, разрешим Насте кусочек откусить? Сашка, как думаешь? Я думаю, да. Настя, ах ты хитрая. Сегодня каждый пробует только свои блюда. Ну, пицца это же их любимые. Угу. Класс? Угу. А свою желейку будешь пробовать? Она Нет? немножко попробовала. Попробовала. Красота. Понравилось? Да. Да. Едем дальше? Ставим лайк и поехали дальше. Да. Настя, где твой лайк? Вот такой лайк. Смотрите. Вот такой лайк. Смотрите. Да. Я помню, это рыба так говорила. В прошлом челлендже, да, Настя? Угу. Да. 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 Нет, пожалуйста. Хорошо. Поменялись. 3, 2, 1. Та-дам! Вау! Это что такое? Вау, это что, страусиное яйцо, мама? Какое огромное. Они по цвету все одинаковые, но тут есть и желейные, и есть настоящие. А как вы думаете, где настоящие, а где мармеладные? Вот настоящие, маленькие.
Нет, вот настоящий. 100% страусиные, да, Настя? Может, это мама сделала? Не знаю, будем проверять. Мама. Ну что, давайте разрежем и посмотрим, где же настоящие, а где мармеладные. Так, мама, только осторожно, это большой нож. Осторожно. Покажи нам, мама. Опа. Настоящий. Здесь все понятно. Это куриное вареное яйцо. Да. Одно. Второе, мама, покажи. Я такое тоже люблю. Так, Сашка, ясненько. Сашка будет пробовать свое блюдо. Мама, неужели это то, что я думаю? Это давай попробуй разрезать. Блюдо. Разрезаем, Настя? Да. Какое первое? Большое. Давай. Вау. Оно как живое, смотри, танцует на тарелке. Танцующее яйцо. А это маленькое что, тоже необычное, мама? Тоже желейное? Посмотрите сейчас. И сырок они очень липкие. Липкие? Скользкие. О, убежала. Вообще убежала со стола. Смотрите, что получилось. Оно под столом разложилось на части, лопнуло. Опа, разломалось. А внутри желточек. Классные? Покажи нам, мам. Это желейное, да? Настоящее яйцо. Здесь оранжевый желток. Мам, так это что? Это правда желе? Смотрите, ребята, это желе. А похоже. Как ты сделала желток, все? Секрет? Не расскажу? Мам, удиви нас, там тоже есть желток большой. Настя, смотрим, разрезаем? Да, я только хочу с тобой. Давай. Помочь. Кулинарный шедевр. Та-дам! Барабанная дробь. Саш помогает. Ждем. Опа! Там тоже есть. Покажи нам. Смотрите. Немножко не посерединке. Но ничего. Смотрите. Есть желток тоже. Давай кусочек попробуешь. Малюсенький. Давай. Опа. Так. Как ты думаешь, из чего оно сделано? Из желе. Из желе? Молочное желе, да? А, нет, это молочко. Молочко. Что, похожий вкус? Да. Вот такая у нас красота. Желейные яйца. Желейные яйца и настоящие вареные. Да, Настенька, говори. Оно просто... Я вижу, что оно какое-то... Жирное. Жирное? Да. Танцует в руке? Сестричка. Вот так его. Опа. И склеили. А это никак нельзя склеить. Попробуй. О, смотри, оно распадается у нас. Опа. Все, ребята, вот такие у нас желейные, необычные яйца. Да. Ставьте нам за них очень много лайков. Лайки. Три, два, один. Понимаем. Сашка, тебе опять повезло. Такие огромные куски. Сыра. Миниатюрные кусочечки, смотрите. Настя уже сыр скучает. С дырочками. Настя кушает уже, да? Молодец. Мама, это что, под микроскопом надо рассматривать? И пинцетом пробовать, что ли? Саша, пробуй. Я люблю настоящий сыр. Настя уже попробовала? Да, Настя действительно сырок любит очень. Класс. Вау. Прям без рук. Саша, может дать ножик, разрежешь? Смотрите, челлендж без рук. У нас один челлендж переходит сразу во второй. Что Настя творит? Саша, смотри, ребята, тоже. Меняют правила. Мы бьем все рекорды, меняем правила. Молодцы. Вау, Саша, все скушал. Даже не успели снять. Я вижу, вам понравилось, да? Угу. Мам, удивляй дальше. Давайте, поехали. Саша даже тарелку закрыла. Молодцы. Что а там, что там? Что-то. Не звенит? Нет. Открываем, ребятки. Раз, два, три. Вау. Это была тарелка тяжелая. Интересный наборчик. У меня была тоже тяжелая. Тяжелая, тарелка тяжелая. У Сашки настоящая еда.
Бекон. Против мармеладной. И лук. Лук? Мам, что же на второй тарелке показывали? И у Насти кусочки бекона. Лук. Лук, смотри, какой четкий. Линии все отображено. И помидор. И помидорчик. Помидорчик. И бекон. Помните, у меня тоже попался на другом видео лук. Ну, Настя пробовала. И мне понравился. Саш, можно сделать бутерброд? И еще мне там понравилось, скажу, там была сметана... С укропом? Да. У нас сегодня что, челлендж без ложек и без вилок? Да. А, Сашка, что, лук? Печет, острый, да? Класс. Саша, вот это что вкуснее? Настоящее ощущение. Настоящее, да. Так, попробуем. Лук сначала. Настя тоже. Настя сначала тоже пробует лук. Это что, гамбургер? Будешь все пробовать, Дотя? Класс. Саша там пробует свою. Опа. Желе. Желе. Насте не понравилось. Мне вкуснее, наверное. Обычная еда вкуснее. Да. Ну что, поехали дальше? Давайте продолжаем. Я твои блюда не буду пробовать. Хорошо. Тыдыш-тыдыш. Так. Наверное, опять пончик. Я люблю пончик. Нет, наверное. Тарелочками не меняетесь? Нет. Нет. Ну, открывайте. Раз, два, три. Опа-на. Опять. Мама, ну ты опять нас удивляешь. Смотрите, какая красота. Мама. Эти кексы я тоже очень люблю, только не желейные. Что же за кексы, мам? Покажи нам. Ой, маленькие, миниатюрные. Верхушка улетает. Опа. Улетает. Я здесь клубничная, а здесь я улетаю в Лондон. Миниатюрный желейный кекс. Какие Опа. Же они танцующие, танцующие кексы. Да, да, танцуй. Смотри, танцуй. И у Сашки настоящие. И шоколадные, и с разными начинками. Да. Мам, положи их вместе, смотрите, вот так рядышком. Смотрите. Какие будут смотрите. Покруче. Опа. Два. Вот так, для сравнения. Для сравнения. Ребята, напишите, какая еда вам интереснее. Настоящая или миниатюрная мармеладная? Смотрите, это дочка маленькая, это мама. Настя выдумывает. Сначала я буду пробовать только один этот. Клубничную начинку. Опа. Понравилось? Так. И Саша пробует настоящий кекс. Вкусняшка. Аппетитный такой. Крышка только вкусная. Крышка? Со вкусом... Клубнички. Да, клубника. Вот такая у нас обычная еда и миниатюрная мармеладная. Ребята, вам понравилось видео? Ставьте много-много-много лайков. И подписывайтесь на мой канал Малита у Настя. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, ребята. Пока.